После восхождения, да какие там ощущения вообще? Ну мы как бы еле отползли от этой горы, там просто как бы то расстояние, которое мы идем 15 минут, шли 40. У меня такие были ощущения, но надо как-то уже дойти уже и все, как бы залечь, засесть там, попить чайку и выдохнуть. So beautiful. Follow what's inside. Follow inside. Look at the sky and the rise to the dark. It's a violence. It's a violence. I hope to see you again. Хорошо, какие у вас планы на спуск? Мы сейчас долезем, будем спускаться. Вы на перевале будете ночевать, да? Я думаю, что мы посидим в любом случае там часов до трех, по крайней мере, пока снег затвердеет. Потому что там склон очень крутой, лавиноопасный.